Сделать занятия практикоориентированными и найти подход к каждому. Такие задачи были поставлены сегодня на ежегодном августовском форуме. Он символично прошел в Национальной библиотеке. Масштабный педсовет объединил более 1500 специалистов. В этом году акцент сделают на профориентацию школьников. Кроме педагогических классов появятся и профильные аграрные. Обучение 10-классников будет проходить в 6-й школьный день на базе профессионально-технических заведений. Обсудили и внедрение цифровых технологий на уроках, использование мультибордов и информационных планшетов для дополнительного виртуального интерактива. На форуме презентовали и научные школьные наработки. Это интерактивный обучающий стол, позволяющий детям дошкольных учебных заведений повысить, так сказать, вовлеченность в учебный процесс. Данное устройство позволяет рисовать, заниматься какими-то обучающими программами в интерактивном режиме. Да, действительно, у нас в этом году появляются аграрные классы. Мы будем работать в этом направлении очень активно. Ну, конечно, сохраняются педагогические классы. В 10 классе появляется трудовое обучение. Я думаю, что в первую очередь нам очень важно, чтобы появлялись новые педагогические идеи, новые инициативы. Это ответственность работников на местах. Торжественные линейки в этом году выпадают на субботу. По всей стране они пройдут 1 сентября. Занятия же начнутся 3-го с тематического урока ко Дню Малой Родины. За парты сядут 194 тысячи учеников, 23 из них первоклассники.